Представители химкинского бизнес-сообщества собрались на театральном катке, чтобы проводить уходящий год. Это очень здорово, что администрация поддержала идею предпринимателей сделать такой замечательный праздник, в общем-то, для занятых людей. И действительно, вот это ощущение счастья и новогоднего настроения. Спасибо огромное, что мы собрались на самом лучшем катке Подмосковья. Собравшиеся подвели итоги года. К сожалению, пандемия внесла существенные коррективы в работу бизнеса. Пусть те сложности, которые сейчас мы все испытываем из-за коронавируса, из-за прочих других геополитических событий, вас не коснутся, ваш бизнес процветает. Главным гостем вечера, конечно же, стал химкинский Дед Мороз. Рядом с ним каждый мог вспомнить детство, пройти в хороводе вокруг елочки и поучаствовать в праздничной викторине. Все это под зажигательные песни. Давай, 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 давай.